Канун Нового года. С чувством законной гордости может оглянуться советский народ на героический путь, пройденный им в 1943 году. Скоро зажгутся огни новогодних елок. Страна услышала традиционную новогоднюю речь председателя Президиума Верховного Совета Союза СССР Михаила Ивановича Калинина. Товарищи, третий раз встречает наша страна Новый год в условиях настоящей жестокой борьбы с немецким фашизмом. Вполне естественно, что сегодня, в день наступающего Нового года, каждый советский гражданин задает себе вопрос, что нами сделано за прошедший год и в первую очередь на фронте борьбы с немецкими захватчиками. Надо прямо сказать, сделано много. Сделано много, товарищи. В съемках кинохроники отражены многие незабываемые исторические события прошедшего года. 18 января. Блокада Ленинграда прорвана. Этот удар был нанесен врагу Красной Армии после ряда ударов наших войск на Кавказе, в Волге, на Дону, под Воронежем. На берегах Ладоги бойцы соединившихся армий горячо обнимали друг друга. Они проложили путь к городу Ленина. Они дали новую силу мужественным гражданам и непреклонным защитникам города-героя. В январе закончено строительство новой доменной печи на Чусовском металлургическом заводе. Выполнено задание Государственного комитета обороны, о чем коллектив завода рапортовал товарищу Сталину. Новая домна задута и сдана в эксплуатацию. Мощность завода по выплавке чугуна увеличилась в два раза. Родной брат города Ленина Сталинград от обороны перешел к наступлению. Немецко-фашистским войскам, окруженным под Сталинградом, был предъявлен ультиматум о сдаче. Немцы отклонили наш ультиматум. Разгром вражеских войск под Сталинградом был полностью закончен. Тысячи и тысячи иноземных разбойников нашли бесславную смерть у разрушенных стен Волжской твердыни. Тысячи уцелевших врагов во главе со своим командующим фон Паулюсом сдались в плен. Слава героев Сталинграда будет жить в веках. Советские войска выдержали бешеный напор фашистского наступления на Орловско-Курском и Белгородском направлениях и сами перешли в наступление. Августа грандиозная Орловская битва увенчалась освобождением городов Орла и Белгорода. В этот день небо Москвы впервые украсилось огнями победного салюта. Красная армия шла вперед, освобождая от врага новые и новые районы.
22 августа было опубликовано постановление Совнаркома СССР и ЦК ВКПБ о неотложных мерах по восстановлению хозяйства в районах, освобожденных от немецкой оккупации. В селах на месте сожженных немцами домов строились новые добрые жилища. С востока возвращались стада к своим хозяевам. Третьего августа Красная Армия вернула в 7 советских городов вторую столицу Украины, Харьков. Немцы называли Харьков своими воротами Украины. Харьков стал нашими воротами на Украину, измученную и истерзанную фашистскими варварами. Жители Харькова радостно встречали своих освободителей. В начале сентября войска Южного и Юго-Западного фронтов отбили у немцев и вернули нашей родине Донецкий бассейн, важнейший угольный и промышленный район страны. Колхозники глубокого тыла ознаменовали дни замечательных побед советского воинства новыми успехами в борьбе за урожай. 11 сентября колхозники Агинского района Советской Армении рапортовали товарищу Сталину о 100% выполнении государственных поставок. Во всей стране выделяли колхозники 1000 тонн хлеба в особый фонд Верховного Главнокомандования Красной Армии. Немцы теряли одну за другой позиции, с которых они угрожали столице Москве. Сквозь вековые леса пробились наши полки и дивизии к реке Десне, а через нее к Бежице и Брянску. Сентября город Брянск освобожден от немецких захватчиков. Днепр форсирован нашими войсками. Чудеса смелости, находчивости и упорства показали советские войска, переправившиеся через Великую реку. Они с боями захватили плацдармы на правом берегу Днепра. От Харькова к Полтаве, от Бахмача к Киеву. Шестое ноября 1943 года, канун Великого Октябрьского праздника. Киев, мать городов русских. Киев, первая столица советской Украины. Многострадальный красавец Киев, вырван из немецкого плена. В этот день выступил товарищ Сталин. Он сказал: Красная армия, советский народ достигли за истекший год больших успехов в борьбе против немецких захватчиков. Мы добились коренного перелома в войне, в пользу нашей страны. И война теперь идет к окончательной развязке.
Выполняя приказ командования, доблестные бойцы Красной Армии форсировали реку Сож. Совершив смелый обходный маневр, полки и дивизии Белорусского фронта 26 ноября взяли город Гомель. Красная Армия освобождает белорусскую землю. Народный комиссар иностранных дел Советского Союза товарищ Молотов, министр иностранных дел Соединенных Штатов Америки господин Хелл и министр иностранных дел Великобритании господин Иден встретились на конференции трех министров в Москве. Эта конференция сыграла огромную роль в деле дальнейшего сближения союзников и проложила путь к встрече руководителей союзных стран. Величайшим событием и исторической вехой в борьбе с немецким агрессором явилась встреча в Тегеране председателя Совета народных комиссаров СССР, товарища Сталина, президента Соединенных Штатов Америки господина Рузвельта и премьер-министра Великобритании господина Черчилля. Здесь было достигнуто полное соглашение союзников в делах войны и мира. 12 декабря в Москве подписан договор о дружбе, взаимной помощи и послевоенном сотрудничестве между Советским Союзом и Чехословацкой Республикой. Внесен новый большой вклад в дело борьбы с немецкой агрессией. Южнее Невеля войска Первого Прибалтийского фронта прорвали оборону противника. На поле боя остались вражеские танки и обозы, пушки и минометы. Дороги нашего наступления устланы трупами немецких солдат и офицеров. Остатки разбитых дивизий врага сдались в плен. Красная армия, ломая сопротивление врага, продолжает продвигаться вперед. Четвертого декабря немцы были выбиты из города Городок. Ликвидирован крупный узел сопротивления немцев. С новыми победами идет Красная Армия к Новому году. Тридцать первого декабря войска Первого Украинского фронта взяли город Житомир. В 1943 году уходил под грохот победных залпов московского салюта.